painted eyes. Deserted souls, deserted lives. Deserted hands of deserted men. Сколько она собиралась, глянь. Ничего себе. Классно. Куришку посещали уже в 1825 году Врангель, когда пытался добраться до острова, который будто бы там где-то был, до которого он так и не добрался, но который этим. Они уже посещали Сухарную, Куришку. И город стоял. Прежде всего достижимо очень хорошо, раз. Во-вторых, здесь прекрасная тундра, вот сухая тундра. Правда, сегодня мы по кочкам полезли, черт бы нас понес. А туда дальше хорошая тундра с кипением грунтов, с образованием полигонов. Тундра, когда привозишь сюда людей, для которых тундра – это вода, холод, мокро. И так далее, когда они здесь в тапочках, как ты сегодня почти что гуляли, а еще когда было тепло, и она цвела, народ разевает глаза и думает, какая черта это тундра, это вот, наверное, такие были мамонтовые степи. Святое место, Куришка. Ледник долбили в сталинские времена. Это крупнейший ледник, наверное, на Нижней Колыме. В глубину метров, наверное, 150 штреки. Ну, метров 100 штреки идут. До первого завала там, наверное, десятка. 6 метров. Там дальше был. Красивое, как московское метро. Ему делать нечего московское. Если там такие повесить красивые вещи. Еще освещение дать. Да девок пустить с мытыми ногами. В коротких юбках. О. И в жару заходишь, Господи, как в рай. Морозец легкий. А вот так вот дунешь, и висят такие флажки с ладонь. И они так зашелестели, зашелестели, некоторые опадают. А какая красивая, какие они объемные кристаллы этих снежинок. Опять же, вот такие вот сантиметров по 7, по 8.
Все рухнуло. Все рухнуло. Вот это вот называется вторая степень износа, переходящая в третью. Кто-то на груди, а я на спине. Вот видите, все. Я ее долго носил, она меня спасала, я ее люблю. Но у нас теперь много будет тряпок, у нас будет чистая посуда, у нас будет фитиль, геранги и так далее. Но пуговички я срежу все равно. Кстати, между прочим, вот тут еще такие вещи, которые сейчас вот дефицит. 10 лет назад было заложено, все карманы, все равно. А не верят, что я все донашиваю до конца. Я перешел сразу, вот второй, третий. А сколько посуды можно помыть?